Давай. Алло. Геннадий Тихонович, меня вот интересует митрополит Сергий Старгородский. Как его кончина была? Я тут по вашей рекомендации это самое стал знакомиться. Как кончина-то его была? Как он уходил из жизни? Вам что-нибудь известно? Ну, обыкновенно умер, и все, если так не вмешались органы. Тут мы знать не можем. Как говорят, патриарха Алексея II отравили. А какие данные на это? Так сказать, все можно. Вы ничего... меня слышите? Я слышу вас, отвечаю вам. Вы меня слышите? Связь. А? Вам слышно меня? Анатолий? Вам слышно или нет? Нам слышно, а ему нет, наверное. Ну, почему ему не слышно-то? Анатолий, ну-ка сделайся, чтобы тебя видно было. У него замкнуло, видать. Ну, ему передайте тогда, что знать этого мы не знаем. Но то, что он сделал, такого предательства не знала история мировая. Отказаться от своих исповедников и мучеников и сказать, что в советское время не было гонения. Не было. Никто не знает ничего. Старцы там выгадывают какой-то. Вы меня слышите? Я слышу, отвечаю. Вы слышите меня, нет? Слышу. Вы ответьте, если вы вопрос услышали, а я в записи прослушаю. Ну, и кто-то передадите ему или как? Знать не знаем кончину, но то, что он делал, неприемлемо нами. Радости без Божьей власти не могут быть нашими радостями. Это обман. Я ему говорю, он не слышит, вот Анатолий-то этот, Тарасов. Потом кто-то передаст ему. Кто еще есть? А запись идет, Игнат Тихонович, он по записи прослушает. Что? Я запись включила, он запись прослушает. Ну хорошо, все. Я спрашиваю, никого больше нету, то я отойду.